Мы тут на море собрались. Они что-то еще не собираются. А, чекаешь? Ну кто-то какает? Ну что такое? Напугать? Ну что такое? Все? Ты то икаешь, то зеваешь. Целуй. Целуй. Эта команда со мной не работает. В общем, дубль 2, дубль 3. Я никакой дубль снимаем уже. В общем, мы собрались ехать на морюшко на Белое. Эни там еще не была. Так что попробуем снять. Показать, что там интересного творится. Ну, Эни, мне кажется, как-то не очень рада за тебя. Эни. Море! Море! Белки! Белки. Котики. Киты. Подлодка. Не работает. Ну, в общем, смотрите дальше. Ну и быстренько наш походный арсенал. Поилка, вкусняшки, тряпка для лапок, пуллер, не знаю, и плед в машину. Это человеческий набор, термосочек, стаканчики, водичка, еще одна водичка куда-то делась. Хлебушек на бутерброды, там всякие сырочки, мясочка и пакетики с чаем. Ты вообще собираешься куда-нибудь ехать, нет? Эни. Расскажите. Поехали. Поехали гулять. Эни. Ну что, такая очень как-то не очень кто-то собирается. Эни, мы едем, нет? Ну, видимо, мы едем вдвоем. Точнее, втроем. А четвертый остается дома. Да? Дома останешься? Пока-пока. Эни, пока-пока. Привет, привет. Поехали. Рюкзак. Два рюкзака. Собака. Главный бородач. А. Ну что, на выход? Все, потопали. Сосусная собака. Собака. Я не очень понимаю, что происходит. Что там хмыкаешь, ты тоже в кадр попадаешь. Они такая интересная. О, белка. Маленькая. Неси быстрее, любую какую-нибудь выбери. Давай эту. Давай. Скорее. Блин. Да, хорошо. Догоняй. Точно твоя? Неси. Не жуй. Давай, скорее. Эй, не шишку неси быстрее. Энигма. Давай. Эни. Три шишка. О, шишка. Вперед. Да, хорошо. Но мы вообще-то пытаемся еще идти. Что там такое? А, море. Пойдем. Вперед. Вперед, скорей.
желательно. Куда пошла? Самостоятельная. Эни. Жди там. А кто такой красивый тут в лесу? Кто такой? Я уже не красивая. Люди в кустах. Скалопендру нашли. Белка, белка, вон еще, смотрите. Вон белка. Видишь, стоит? С усликом, вон между деревьев. Куда она делась? Вон она между деревьев. Эй, не смотри, белка. Вон удрала наверх. Ну и как можно догадаться, конечно же, Эни, увидев белку, погналась за ней, чмякнулась в лужу под той самой сосной, на которую заскочила белка, вымокла. И на этом наша прогулка подошла к концу. Едем домой отогреваться. Всем спасибо!